Ты дружил в свое время с Жириновским? Не дружил, я был депутатом. Один день. У меня была самая короткая политическая карьера в мире. Как это было? Нюсю, когда пытались вернуть, я к Жириновскому подошел в ресторане. У него был... Подошел, говорит, Владимир Вольфович, помогите мне там запрос депутатский сделать. Владимир Вольфович дал распоряжение своему помощнику. И мне вдруг звонят из Госдумы и говорят, Алексей, заехайте, пожалуйста. А Владимир Вольфович предложил вам стать депутатом. Я говорю, в смысле? Я стал депутатом на один день. И в ЗАГС собрание Краснодарского края. Приехал я в Краснодарский край, напились, как собаки, блядь. И разбили дверь в ресторане. И на следующий день меня больше не было депутатов. Ну, нормальный ты человек, день, скажи. Блядь, день депутатов. Тебе доверие оказали. Ты стал депутатом. Пиздец. Жириновский прикольный, скажи. Да я его... Ты видел-то два раза всего. Ну, сидел за столом с ним, но я не могу сказать.